Солнышко классно. Что там за люди на траве? Там те, кто должен доказывать, что Спартак для них не пустое имя. Дорогая моя столица, золотой мой В наших глазах раскольчик происходит среди спартаковских фанатов. Братрия продолжает кричать старые кричалки. А группа некоторых активистов вводит что-то новенькое. Людям это нравится. Я пошла домой, походу. Уходят болельщики. Здесь все продолжается. Ответят, ответят, ответят.
Официальный спонсор футбольного клуба «Спартак Москва». Да, ну хоть отыгрались, и то хорошо.